Всем доброе утро. Сегодня мы приехали в небольшую деревушку под названием Порт-Исхам. У нас в планах очередной поход. Вот будка в английском стиле. Правда, она должна быть красного цвета, но здесь сделали зеленую. Проснулись недавно. Прикусили уже брекфаст. У нас был завтрак, кто не знает, на английском. Идем через деревушку, Порт-Исхам. Маленькие домики такие везде. Компактно все. Первый поворот на наш хайкинг, на наш путь. Дошли. Тут нормальные такие уже склоны. Крапивы много. Сзади виднеется море. Очень далеко. Надо будет сегодня подъехать к пляжу поближе. Прошли Hellstone, держим путь дальше на Hardy Monument, двигаемся вперед. Идем по этому пути. Людей просто не было, ни одного человека сейчас не увидели. Просто пусто. Подходим к известному монументу. Вон он стоит на возвышенности. Сейчас покажу. Хороший пункт. Видимо, сегодня, правда, не самая лучшая. Дымка такая небольшая. Но в целом очень круто здесь. Так что заезжайте обязательно. Место хорошее. Советую. Нужно перекусить перед походом назад. Следуем указателям, возвращаемся обратно в деревушку. Кстати, вот то место, где мы были, Hardy Monument, он очень далеко находится. Прошлись кусочек небольшой.
лишнего не будет. Плюсы есть от похода? Конечно, есть плюсы. Все, вернулись в порт Исхам. Утки прикольные. Дорсет. Такие вот домики, люди живут, никто не мешает им, спокойно, тихо. Надо зайти куда-нибудь перекусить, уже подустали. Все-таки прошлись, кусочек не маленький. Пришли в фармшоп, магазин фермы такой. Сейчас посмотрим, что там есть. Да, что мы здесь взяли? Вот печенье с капучино со вкуса. И это мои... Бисквиты, да. И марципанки взяли, шоколадки. Марципанка очень понравилась, вообще вкусная, 10 баллов. Перекусили, поедем в наш номер, сейчас посмотрим, какой там отель у нас. Он расположен возле фермы. Типичная деревня такая, ферма. Люди очень приветливые здесь. На вот номер мы здесь взяли. Все объяснили, рассказали лучшие места, куда сходить. Англичане. Вот еще один номер наш. 95 фунтов стоил для новобрачных. К сожалению, кровати отдельно. Кровати, да, только отдельно. Зато сердцем. Зато с сердцем. Что у нас тут есть? Чай? Чай, да, есть. О, красивые кружки минеральные. Все, что надо, душ. Опять же, там все, туалет есть, все супер. Вот вид. Главная дорога снизу. Телевизор тоже есть, кстати. Да. Чисто деревенский стиль такой, сказать. Вот женщина сама отдает дом, сама цветы продает. Первый вынос смотр начинается. Спасибо. После свадьбы. Ну и все. Развод. После развод будет развод. Будешь жить один. Без меня. Лапочка. Сегодня же будешь спать один. Вот.
Так, местонахождение. Так, мы здесь, я так понял, да. Угу. Вот мы здесь. Мы уже побывали в Дурдлдо, Лулуорс Коув. Неплохо. Ну вот, хороший вечер. Зашли в паб. Английский, как всегда. Решили снимать здесь. Прикольно. Сейчас что-нибудь выберем покушать. Хорошее окончание дня. Трудового.